Привет всем! Рисуем бабочку для этого проекта. Подобрал бабочку. Рисовать буду в слое направляющих. Изменяю цвет направляющих с синего на оранжевый. Инструментом кривая через три точки строим контур крыла и контуры пятен на нем. Чтобы не утомлять вас однообразными действиями, покажу этапы построения на одном крыле. Копируем все, что нарисовали, и переносим на новый лист. Я вставлю весь контур бабочки. Инструментом интеллектуальная заливка выделяет темные и светлые плоскости крыльев и тела бабочки. Настраиваем прозрачность областей. Настраиваем цвет контура нашего рисунка. Выбираем оранжевый цвет, толщину и угол контура. Не забываем поставить галочку в поле «Масштабировать с объектом». Создаем новый слой, копируем и вставляем общий контур. Назначаем ему цвет и толщину. С помощью инструмента создания формы F10 выделяем все узловые точки и разъединим их. Убираем правые и нижние линии контура. Выделяем все оставшиеся линии и, используя инструмент художественное оформление, придаем им выпуклую форму. Назначаем цвет линий. Группируем все, что нарисовали. На новый лист копируем и вставляем контуры нашей бабочки.
Удаляем все внутренние линии, оставляем только основной контур. Заливаем его цветом. Используя инструмент «Тень» во вкладке «Заготовки», выбираем небольшое свечение. В верхней плашке назначаем прозрачность 100%. Поверх свечения вставляем нашу бабочку. Группируем бабочку и свечение. Получили полупрозрачную мистическую бабочку. Всем пока. До новых встреч!